Наконец-то состоялся сотый гол Олега Веретенникова, лучшего бомбардира российских чемпионатов всех времен. Это произошло в матче с московским «Локомотивом» и, что дополнительно ценно, принесло «Ротору» победу со счетом 1-0. Знаменательный факт, конечно же, будет рассматриваться в контексте приглашения Веретенникова в сборную страны. После матча президент клуба «Ротор» Горюнов на импровизированной почетной церемонии назвал Веретенникова лучшим футболистом России. –